Итак, победа, которая войдет в историю всего фигурного катания. В Турине абсолютным триумфом российских спортсменок завершился финал Гран-при. Весь пьедестал заняли наши соотечественницы, да еще и воспитанницы одной тренерской школы. Подопечные Терри Тутберидзе подняли планку женского фигурного катания на недосягаемую высоту. Итак, золото у Алены Косторной. У нее же новый мировой рекорд по сумме баллов. Она показала идеальные шаги и вращения, сложные элементы один за другим, и все на высокой скорости и с невероятной легкостью. На втором месте Анна Щербакова. Она допустила помарку во время проката, но показала невероятный бойцовский характер. И замыкает тройку лучших Александра Трусова. Она сделала то, что никто раньше не делал. Впервые в истории женского фигурного катания прыгнула четверной флип. О том, как вчерашние юниорки преобразили взрослые женские катания и какой он лед нового поколения, увидел наш корреспондент Павел Занозин, который все это время работал в Турине. Главный момент финала Гран-при по фигурному катанию. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вместе на пьедестале почета. Ожидаемый, но вместе с тем не менее впечатляющий триумф воспитанниц Этери Тутберидзе. Фанаты фигурного катания ждали этого весь сезон. Четыре звезды впервые встретились на одном турнире. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и новая супертройка Косторная, Щербакова, Трусова должны были выяснить, кто лучший в мире прямо сейчас. После короткой программы лидировала Алена Косторная. Но опыт Загитовой и четверные прыжки Трусовой и Щербаковой могли изменить весь расклад. На этом старте я рисковала и в короткой, и в произвольной. В короткой это был аксель, в произвольной это 5 четверных и флип. Я сделала первый в мире, я очень рада. Все же грация и невероятно чистое исполнение Алены Косторной в этот день оказались важнее, чем космическая техника ее подруг. Вслед за мировым рекордом в короткой программе она поставила новый, уже по общей сумме баллов, и выиграла финал Гран-при. Я очень устала, я очень хочу спать, потому что мы заканчиваем последний. Поэтому я уже ничего не чувствую. То есть радоваться будешь дал? Да. С новыми силами пойду дальше работать. Говорят, что в индивидуальных видах спорта друзей не бывает. Но это, кажется, не про них. Девушки искренне радуются успехам друг друга. Вот вместе играют с собакой Саши, которая путешествует с хозяйкой по всем турнирам. А вот весело фехтуют микрофонами Первого канала. Как будто и не были еще несколько минут назад соперницами на льду. Конечно, разные, но все время свободное проводим вместе. Ну, точнее, не свободное, а именно тренировки постоянные, поэтому очень хорошо общаемся и комфортно себя чувствуем вместе. Невероятная поддержка болельщиков у Алины Загитовой. Несмотря на то, что в этот раз она осталась без медали, зал приветствовал Алину стоя. Казалось, что у каждого зрителя на трибунах Туринской арены есть в руках плакат с ее именем. Весь пьедестал финала Гран-при в женском одиночном катании заняла команда Этери Тутберидзе. И чемпионкой среди юниорок тоже стала ее воспитанница. 13-летняя Камила Валиева просто фантастически исполнила произвольную программу. Еще одна медаль – бронза у Дарьи Усачевой. Она тоже из группы Тутберидзе. А бронзу у юниоров взял еще один ее воспитанник Даниил Самсонов. Всего же у российских спортсменов в этом финале Гран-при 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Впереди у наших фигуристов новые вызовы. Чемпионат России, чемпионаты Европы и мира. И кажется, они готовы на каждом турнире удивлять нас своими невероятными талантами снова и снова. Павел Занозин, Филипп Красильников, Турин, Италия, Первый канал. Да, это уже, знаете, самое приятное уже было. Понимаете, а это уже такие детали, с которых можно, в общем-то, просто посмотреть, если наши все девчонки распустят волосы, и мы увидим, какой они длинные, и какие они красавицы в жизни, и не только на катке красавицы. Terza classificata e vincitrice della medaglia di bronzo dalla Russia. Third and winner of the bronze medal from Russia, Alexandra Trusova. Бронзовая медаль на этом турнире, на первом в ее и в жизни этих трех фигуристок в взрослом финале Гран-при у Александры Трусовой. Она появляется в произвольной программе в образе матери драконов Дейенерис Таргариен. Спасибо тебе, Саша, что ты такая смелая, что ты такая сильная, что ты первая, самая первая во всем мире
прыгнула 4 оборота и за тобой потянулся весь мир. Ну, ты не будешь отдыхать, конечно, и ждать, пока остальные все прыгнут. Ты будешь преодолевать следующие и следующие идти на следующие горы. Татьяна Анатольевна, пока Аня Щербакова, мы еще, что сегодня мы видели впервые в истории исполнения четверного флипа. Да, и это огромная высота, понимаете, это возможность для всего мира оказаться на этой горе. Мы любим их всех, девочек. Всех тех, которые были, и все, которые будут, и всех, которые есть. И мы не можем из них выделить больше кого-то и унизить кого-то. Это все труженицы, выдающиеся спортсменки. Были, есть и будут, когда есть такие выдающиеся тренеры. Серебряную медаль на этом турнире выигрывает Анна Щербакова, которая уже находится на пьедестале почета. Ну а сейчас переполненный зал. Все благодарные зрители, в том числе и огромное количество публики из нашей страны, приветствуют победительницу финала Гран-при Алену Косторную. И в очередной раз подкупают отношения этих спортсменок внутри группы. Да, они постоянно соперничают на льду. Нет никаких сомнений, что соперничают и на тренировках. Но смотрите, как они тепло поддерживают друг друга в остальное время, когда дело не касается непосредственно соревнований. Три фигуристки из нашей страны на пьедестале. А я хочу присоединиться к словам Татьяны Анатольевны, которая сейчас подвела потрясающую такую итоговую черту. После ее слов, в общем-то, уже говорить больше нам нечего. Мы ждем новых турниров, новых побед. Впереди чемпионат России, который пройдет в Красноярске. И там уже, насколько я знаю, все билеты проданы. Все эти волшебные девчонки, которые сейчас стоят перед вами, наши лидеры танцев на льду, лидеры в одиночном мужском катании, лидеры парного катания и те, кто не приняли участие в финале, но продолжают бороться, такая пара, как Тарасова, Морозов, все будут бороться за право стать членами сборной, которая поедет на чемпионат Европы, а потом на чемпионат мира. И так приятно, что вы сможете увидеть эти соревнования на Первом канале. Канале, настоящим сподвижником фигурного катания. Уже совсем скоро, спустя всего лишь 2 недели, начнется чемпионат России. Фигурное катание и в стране, и на Первом канале ни в коем случае не заканчивается. Хотя, конечно, как-то так стремительно пролетела и вся чемпионская серия Гран-при. И финал, казалось бы, только-только он начинался. И вот уже заключительный вид позади. Но, согласитесь, такое невероятное количество положительных эмоций дарят нам эти фигуристки. И сейчас, стоя на пьедестале почета, они ухитряются шутить и друг с другом. И с публикой. Они получают удовольствие от того, чем они занимаются, а ведь они лучшие в мире и делают это лучше всех на планете, и при этом успевают еще и жить полной жизнью. Ну что ж, Турин снова для нас счастливый город. В 2006 году на Туринской Олимпиаде мы из 4 медалей выиграли 3. Еще раз напомню имена этих прославленных олимпийских чемпионов: Женя Плющенко, Таня Татьмянина, Максим Маринин, Татьяна Навка, Роман Костомаров. А сейчас звучит гимн России.
Три российских флага поднимаются над льдом итальянского города Турина. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова уже не в первый раз выигрывают все три награды на самых крупных турнирах по фигурному катанию. Причем, что любопытно, по-моему, вот конкретно в таком сочетании на пьедестале почета эти девушки стоят впервые. Ну что ж, хороший день для нас. Победы нашим боксеру. Переходим дальше. Ждем всех на чемпионате России. Ждем всех на чемпионате России в Красноярске. Он начнется уже совсем скоро. Завтра в воскресенье в 17 часов по московскому времени вас ждут еще показательные выступления этого турнира, где вы в очередной раз встретитесь со своими любимыми фигуристами.